Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Евгения Грамотеева. Это спикер нашей деловой сессии, и сессия ее пройдет завтра. И вы сегодня имеете возможность ознакомиться с ней. И самое главное, наметить в календаре время, чтобы не опоздать. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поближе теперь к нашей сессии. Какая будет тема? Я буду рассказывать о развитии IT-технологий в региональной сети. Мы пока региональная сеть, мы только в этом году выходим из региона, становимся федеральной сетью. Мы стартовали свое развитие на стандартном ПО и потом со временем написали свое почти во всех сферах. Завтра я об этом расскажу. Свое? Свое. Свое, своими разработчиками почти во всех сферах. То есть у нас свое ПО на кассах, у нас свое ПО у продавцов на терминалах сбора данных, у нас свой автозакуп, у нас своя маршрутизация, когда мы доставляем заказы, у нас свои планшеты автоматизированные со временем выпечки, у нас измеряется время приготовления кофе, то есть мы почти все процессы, которые есть в ритейле, в небольшом магазине, мы их все автоматизировали. Новый тренд на импортозамещение пошел еще дальше. Вы используете не просто русское, а прям свое. Да, это, ну вот сейчас это наше преимущество. На самом деле, как бы мы импортного так сильно не боимся, не сторонимся, но вот получилось, что в текущей ситуации это наш такой, как бы, карт-бланш небольшой. Ну, конечно, это как говорят, что операционка на айфонах работает хорошо, потому что и операционку, и железо делает одна компания, и тут у вас так и происходит. Получается, ваш магазин делает ПО для себя самого, и тем самым работает максимально эффективно. Да, абсолютно верно. Мы сами написали, сами причем закрыли те процессы, которые мы хотели закрыть в первую очередь, то есть в которых мы видели эффективность, в которых мы видели деньги, в которых мы видели выгоду для гостя. То есть полные полки – это крутой автозакуп. Быстрая скорость доставки – это хорошая маршрутизация. Вкусный, хороший кофе – значит, должно измеряться время его приготовления, чтобы наши гости не стояли в очередь. Прямо сейчас хочется выведать вообще все тайны вашего выступления, но, наверное, лучше оставить это на завтра, чтобы люди в полной мере смогли насладиться вашим выступлением. Пожелаем вам удачи и еще, наверное, пару слов от вас, участникам рынка. Успехов всем в этой текущей ситуации, не знаю, как правильно ее называть, развивайтесь, растите, конкуренция – это круто, мы всегда за конкуренцию, то есть мы очень рады, что я встречаюсь с ритейлерами и спрашиваю про планы развития, все говорят, мы до конца планы развития не закрыли, это прямо круто, что рынок растет, развивается, что мы встречаемся, спасибо вам большое. Все, удачи, спасибо большое.